Всем хай! С вами, как всегда, Стив Про, и сегодня я хочу вам показать, как сделать портал в любое измерение в Майнкрафте Pocket Edition. Собственно, сегодня мы рассмотрим 5, а точнее 6 порталов в разные миры. Собственно, друзья, это будет губчатый мир из цветокамня, из пурпурного блока, из алмазных блоков, золотых и изумрудных блоков. Ну, а я вам покажу только изумрудный портал. Собственно, друзья, все это работает с помощью текстурпака. Текстурпак разделен на 6 текстур. И каждую текстуру вы устанавливаете по отдельности, то есть выбираете, какой портал вам нужен. На данный момент у меня установлен изумрудный портал, поэтому именно в него мы сейчас и отправимся. Как это, во-первых, все работает? Вы берете вот этот изумруд, потом берете обычную зажигалочку сейчас, друзья. Берем совершенно обычную зажигалку. Вот она. Оставляете все так, как должно стоять в обычном портале. Вот так. Отлично. Вот так, друзья. Вот. И почти портал наш готов. Да, можно поставить и поменьше, потому что минимальный размер портала, он вроде вот такой. Вот, отлично, берем зажигалку и это дело прижигаем. Вуаля, вот у нас появляется еще один такой изумрудный портал. Теперь мы можем в него зайти. Что ж, давайте посмотрим, что у нас ожидает там. Ну а там нас ожидает мир из изумрудов. Да, если вы когда-нибудь хотели испытать, то, друзья, скачивайте данный текстурпак и устанавливайте тот мир, который вам нужен. Запомните, здесь пока что только 6 миров. Если вы хотите, чтобы данный текстурпак или, так сказать, данный аден изменялся, дорабатывался, то обязательно ставьте, друзья, пальцы вверх, а самое главное, пишите в комментарии. И в скором времени я все доработаю, доделаю, и в итоге у нас получится и вправду очень классное дополнение для Майнкрафта Pocket Edition. Ну, еще раз, друзья, повторю, что данную текстуру вы можете скачать, перейдя в описание под данным роликом. Ну, а на этом все. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. До скорых встреч!